Так, друзья мои, я вас всех приветствую. У нас хорошее, доброе, такое бодрое утро, потому что сегодня прям такой бодрячок. Температура плавно падает, да. И поэтому нужно задуматься о включении нашего отопления. Как вы знаете, система моя вся замонтирована. Остается сделать дымоход и вентиляцию. Чем мы сегодня будем заниматься? И, скорее всего, мы еще сделаем заземление, потому что пока нету дождей, есть возможность копать эту землю. Поэтому сегодня будет прям интересно. Я сейчас уже за рулем в машине. Сейчас еду забирать свои трубы. Беру и все, дальше мы уже продолжим. Да. Сегодня будет, ну, прям интересно. Так что оставайтесь, вам приятных просмотров. А мы погнали. But smile, do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Так, в общем, я приехал, я свои трубы уже забрал. Вот они, мои красавицы. Все четко, все сделано, качественно, по уму. Это у меня на вентиляцию труба, это у меня на дымоход. Вот труба, труба двойная. Сама труба сначала идет, потом идет минвата, потом фольга, утеплитель. Вот, и сверху кожух вот такой еще один трубы надевается, вот, чтобы, соответственно, вот это все утепление не портилось. И все это выглядит вот так, таким здоровским способом. Вот. Поэтому спасибо большое хорошему человеку. Говорится, что не отказал, помог сделать. В общем, как говорится, я помню, я не забыл. Вот. И все, здесь переходить на сам котел. Трубы дополнительно еще. Это все нужно будет монтировать. Нужно будет монтировать сегодня. Вот так все это здесь будет выглядеть. Таким образом. Потом еще взял я кабель на заземление. Сегодня, скорее всего, начну делать землю, пока дождей нету. Потом, если дожди начнутся, тут квашня просто будет нереальная какая-то. Вот. И, соответственно, нужно трубы монтировать. Вот. У меня уже дырки есть. Вот она одна. Вот так сюда пойдет вверх. Это дымоход. И, соответственно, вторая. Вторая, вон она. Это вентиляция сюда пойдет. Вот. Нужно будет все замонтировать. А заземление... Так, заземление... Димка, заземление буду делать здесь. Это получается сзади дома у меня. Он есть как раз участок, он треугольной такой формы. Тоже сделаю я вот так треугольником. Полтора, 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 полтора. Сейчас закопаюсь. Вот и буду вбивать штыри сюда. И отсюда вот потом пластинку наварю. Она пойдет вот сюда. Вот. И здесь уже кабель будет заземления подсоединяться к ней. На болт закреплю, все будет классно. Перчики, кстати, кто не помнит, помните, тут сажал. Вот они растут прекрасно, хорошо. Ну, в общем, и здесь урожай есть, да, Бимка? Это всеми знаменитая газовая труба. Да. Кто-то писал разыграть ее среди подписчиков. Да, сделайте, распечатайте наклейки с ее эмблемой и логотипом. В общем, да, конечно. Эту трубу не забыть, она многим помнится, еще будет долго помниться. Вот, так, ладно, это все хорошо, все прекрасно, погода портится, надо начинать копать. Да, земля сырая, но дальше еще хуже будет. А заземление нужно, очень нужно, да, Бимка? Бимка, да. Все, погнали работать.
металл взял на заземление, все есть. Розы какие, ах, красота. Шикардосные вообще. Сейчас вообще бомбовские розы, просто не знаю. Я же говорю, сейчас им влаги хватает, они не горят. Вот это вообще, да? Улетно. Это надо было уже убрать. Классно, а? Цвет вообще просто нереальный. Все цветет и пахнет. Супер. Металл вообще золотой. Знаешь, скоро люди будут не золото носить, а железо. Здесь такие эти цепи, да? Вот. В общем, по сути, ничего не взял. Вот это чисто на заземление. Что я взял? Я взял... А, ну это на этот... на дымоход. Профиль взял 40 на 40. Толщина 2 мм. На заземление взял пруты 16-миллиметровые. Потом взял пластину. Тоже четверка. И толщина четверка. Вот. И вот такие пруты. Пруты 16-миллиметровые. 2 метровых, соответственно, 2 метра в землю войдут они. Еще я вот так выкопаю, потом еще забью в землю. Вот, и это. И сверху пластину пущу. Пущу пластину. И к пластине уже свой кабель, который я взял на заземление шестерку. Вот. А эти профиля сейчас я буду крепить. Крепить на вентиляции. Мы сейчас это все разгружим. Не знаю, вот за этот кусочек горского металла я отдал 2200, по-моему. Вот. Вот такие цены. Орехи, орехи. У вас орехи есть? Все орехи так собирают, да? Надо пойти там, знаешь, что-то. И этот надо. Уже все убирать надо. Потому что погода не будет. В том году солнечное стояло, кстати, за ворота кто-то говорил, да, там, что они такие страшненькие, нехорошенькие. Ну, да, да. Нет, делать будем, но попозже, чуток попозже, потому что это с домом надо закончить на самом деле, да. Вот, говорю, розы вообще шикардосные, сейчас бутоны такие вообще-то. У меня даже арбуз еще вырос один. Да? Так, поэтому что у нас? Что у нас по плану? В общем, котлом займусь, отоплением. Да вообще всем надо заниматься. Я не знаю, когда за все хватает, за все хватает. Ну а что делать? Что делать? Видите, погода как подводит. Нужно, конечно, первым делом нужно отопление запускать. Да и отопление, и заземление надо. Все важно, понимаешь? И то, и то. Так, ладно, я разгружаюсь. Чайку выпьем, да? Вот это уже вся, сейчас телефон с рук улетит и разобьется. И продолжим работать. Работать будем. Да, Бимыч? Демка. Кто сказал, что у нее пузо голое? Где? Смотрите, вон какая шерсть. У нее шерсть пошла расти. Это зимний вариант. У нее нормально, у нее все есть, будка есть, теплая еда есть, горячие напитки, обеды, ужины и все дела там, и прочее, прочее, прочее. Да? Красава. Будка. Все, я пошла. Смотри, смотри. Зай, я пошла.
Ребят, посмотрите, что у нас здесь творится. Нормально, рабочая обстановка. Чуть тебе не нравится. Так, погнали. Сейчас. Так, сегодня обзор огорода. Я уже показывал перчик. Но собрать, кстати, они уже все. И как-то в огород надо будет зайти, все собрать. Там такие помидоры клевые, зеленые. В общем, сами все видели, что делали. Делали мы заземление. Заземление делали стандартно. Я не знаю, как все делают. Я делал так, как делал. Сделал, и все хорошо. Что у меня было? У меня была взята штыри двухметровые. Плюс я еще выкопал сантиметров 30-40. Сделал треугольной формы. Забил это все землю. И сверху наварил пластину железную. 4 ширина и 4 миллиметра толщина. Вот. Вот так все вывел. Это дело. Она туда к цоколю прикрепится. Вот. И все. И наш провод заземления отсюда пойдет на щиток. На щиток и уже далее. Да, Бинг? Вот. Поэтому все классно, все красиво. Так нужно. Вообще нужно. Заземление — это очень важная вещь. Вот. У многих, возможно, ее нету, да, но у меня теперь есть. Есть, и классно, на самом деле, да. А это... у нас она была? Нет, конечно, не было у нас. Ну, в городах уже заводят в такие многоэтажки. Там, конечно, есть вот квартиру уже. А в частных домах это вот, если кто сделал, а кто не сделал. Вот. Поэтому она мне обошлась. А, это же еще с этими. По деньгам не скажу, я не помню уже чек. В общем, все хорошо, все классно. Там еще цепи откопал железно. Было под землей. Поэтому все нормально. Да, Бимка? А? Бимка! Бинго, такая жирная стала. Отжирела, откабанела такая. Смотрите, какая она. Красотка. Так, все, здесь закончили, это все хорошо. И сейчас мы продолжим. Пойдемте мы на дымоход. Будем крепить дымоход. Как-то, не знаю как. Сейчас будем думать, монтировать. В общем, дальше у нас будет вообще прям нереально интересно. Thank you.
Так, друзья, ну что, пришла нам мега крутая наша очередная посылочка от магазина Белорис. Сегодня прям будет нереально интересно, так что оставайтесь, вам приятных просмотров. Чем мне очень нравится магазин Белорис, просто посмотрите, как они упаковывают товар. Вот просто посмотрите, как они относятся, да? Смотрите, раз, смотрите, какой поролон, не пожалели, он денег же стоит, поролон. Не просто, знаете, напихали как-то что-то, чтобы помялось, упаковали вообще просто супер, отлично. Посмотрите, посмотрите, все, каждую вещь, как они все сделали. Классно, ребята, на самом деле за упаковку вам 5 с плюсом. Ребята, ну здесь просто, не знаю, это женское счастье пришло сегодня нам, моей дорогой хозяйке. Это пришли ее помощники, из них она будет творить чудеса, кормить нас, нашу семью, вот, и просто, как говорится, украшать наш дом. Будет великолепная посуда, сейчас мы вам ее покажем. Вы все просили, чтобы я наконец-то отдохнул. В общем, мы выехали в город, заехали в хороший французский ресторан. Смотрите на эту красоту. В общем, ребята, как вы все и догадались, это да, та самая посуда, которая к нам пришла с нашего магазина Белорис. Да. Если честно, такую посуду я видел только в фильмах. Это просто нечто. Вы и сами, конечно, сейчас все оцените. Наталья вам все покажет, а потом индивидуально про каждую расскажет. В общем, погнали. Давай, давай, с первого лота начинаем. Я просто как бы в посуде не сильно силен, да? Как бы я люблю покушать просто, да? А готовить в такой посуде, мне кажется, одно удовольствие. Хотя здесь можно просто сидеть и любоваться, и даже не кушать, да? Знаешь, кстати, кто, может кто знает, у нас же много за границей, да, люди смотрят. Правда или нет, в общем, я слышал, что во Франции, по-моему, якобы есть такой ресторан. Не знаю, как, в общем, типа диетический, да? Там вымышленная пища, там люди приходят, все стандартно, также заказывают блюдо, там, к примеру, да, но им приносят пустую тарелку. Пустую, да, и они типа как будто там что-то едят. Ну, воздух получается. И за воздух платят еще большие деньги. Мне кажется, это миф такого. Я не знаю, если у нас есть кто с Франции, обязательно напишите, если у вас такое, да, вот если. Вообще будет мне, по-моему, многим интересно, да? Поэтому давайте с первого лота. В общем, посуда у нас сегодня в такой серии, здесь тоже и присутствует бамбук, потому что это любимое наше дерево, и оно будет очень с многим сочетаться, как из кухни, так и в самом интерьере, и в общем, да? Рассказывай. Да. Первое, первое блюдо, это блюдо для, скорее всего, мяса, потому что вот эти вот, как называют? А знаешь, мы что сделали? Сюда бы фри насыпал, а здесь соус. Кстати, да, можно фри. Или даже суши, да, и вот сюда вот соевый соус, допустим, ну, в общем, минажница, да, это называется. Да, кстати, да, по-моему, можно даже и сладкое, да, сухофрукты положить. А, ну да, да, да. Сюда да. Что-то, канапешки, да, сделал что-нибудь, пару бокалов шампанского. Да, ну это на ваше усмотрение, в общем-то. Кушки идут вот такие вот с бамбуком. Также второе для соусов. И вот такой классный подносик. Клевый, смотрите, обработанный, здесь прорезиновые такие ножички, и он не будет скользить, никуда не уедет. Даже если у вас гости сильно такие буйные, все останется на столе, а не на полу. И да, кстати, чтобы они сохраняли вот такую красоту, многие покрывают лаком. Ну их, по-моему, нельзя посудомойки, да? Нет, их вообще нельзя. Дерево никакое нельзя, по-моему. Да, да. Так, третье, вот такая красота для мяса. Ой, тут можно соус, кетчуп, в общем, все, что угодно. Смотрите, оно скользить не будет. Вы поймали его, чик-чик-чик-чик, порезали соус, ам-ням-ням, и красота. Вот посуда сама такая мощная. Да, тяжелая, очень тяжелая. Тяжелая, смотрите, прям вот хорошая. Так, четвертый лот, это для фруктов. Она тоже идет примерно такого цвета, но это материал пенопласт или что? Ну, пластик, будем говорить, да? Да. Пластик, я вам даже скажу, это не в плане даже стола, в плане декора даже куда-то подойдет. Да, кстати, там было фото, типа сюда можно там кольца какие-то, украшения, в общем, да, для декора тоже использовать. Наподобие, друзья, если помните, перед вот предыдущим Новым годом в фикс прайсе была коллекция золотая, да. Там были такие листья, но они были керамические, два вида, вот очень сильно, если вот она была с той бы серии, вообще подошла бы прекрасно. Так, вот это прям моя любовь, наверное, потому что я давно хотела вот такой набор.
Покажи надпись. Ну, в общем, соль, перец, масло. Вот так откручивается, ребята, на крышке все насыпается. Вкуснятина. А да, будет лежать на столешнице. Это под масло, да? Да, это для оливкового. И, ну, можно, в принципе, любой, которому оливковое, можно соевый соус, чем вы поливаете. Да, в принципе, что жидкое есть, сюда да. можно залить, как бы, что вам удобно. Вот, можете с большого, да, вот такого, угу. А можно с маленького. Все на резиночках, видите, все держится. Ну, открывается не так, что оно не вылетит, у вас не откроется, не разольется, не переживать. В общем, такая белая классика. И на 50 вот добавлять, знаете, такую шару. Да, давай, почему так это выглядит. Да, не обязательно иметь такую подставку. Можно без нее поставить куда угодно, запросто они подойдут. Прям в интерьер впишутся. У кого объясняю, классика вообще прям будет замечательно. Так, следующее, это вот такой вот... Давай вот эти, это самая красота на потом. Это, чтобы зрители, знаешь, долго еще отходили от этой красоты. Так, следующее, это рыбница. Ну, это обычная классическая, можно рыбу обычную, как называют? Да, она можно даже под шубой подать, салат сделать. Ну, или под шубой подать, вот здесь глазик сделать рыбки, будет красиво, и рыбка поплыла. Чик-чик-чик-чик. Это тоже... А это что? Ну, это подача тоже. Ну, там прикольно, вообще... смотрите, ручки, да, как сделали? Не надо, знаете, вот взял аккуратненько. Угу. Можно мыть посудомойки, кстати, всю посуду. Моется поэтому... классно, мне кажется, видишь, она не глубокая. Я не знаю, я бы сюда что-нибудь положил бы. Также серия бамбук. Это масленица. Масло. Можно хранить в холодильнике. Можно без нее. Ну, для подачи, я думаю, что красиво будет вот так. Да, обалденно, классно будет. Это белые вещи вообще не всегда. Белая посуда, это вообще здорово на столе. Это классика. Да. Это держатель для салфеток. Клево, да? Я сюда, наверное, фото вставлю. Давай я тебе дам салфетку. Давай. Сейчас моя мама даст нам салфетку. Ребят, ну это на крайняк, девочки, если у вас резинка потерялась, вот так волосы. Намотали и красиво пошли, это же вообще, это как декор. Надо думать, куда это все применять, понимаете? Между прочим, смотрю, раз-раз-раз и все, и косичка у вас готова. В общем, вот такой подачи не находится. Ну, соответственно, конечно, будет более правильно здесь, более, ну, как сказать, золотой, тоже нож с вилкой был, да? Да, золотые приборы, естественно. Это мы просто показали примерно, как можно. Не, ну не обязательно, ребят, чтобы они должны быть вот такие золотые. У нас, между прочим, есть такие, знаешь, они типа вот, с проблеском, да, золотые. Угу. И есть и серебра, и с золотом. В общем, смотрится интересно. Так, и под подачей находится вот такая классная бомбовская тарелка. Не, ну для подачи на самом деле удобно, для одного она такая, знаете, подача индивидуально. Индивидуально, да, можно в каждый угол положить чуток еды разной и кушать, на самом деле удобно, знаете. Когда круглая, бывает не совсем, да, а здесь, мне кажется, вообще прям вполне. Мне кажется, сейчас квадрат в монте, да? Я сижу, да, в таком ресторане, тут все дела, тут французы возле меня говорят, как они там говорят, бонжур. Не, клево, клево, смотрите, проблески из золота. И это выглядит неброско на самом деле. Классика, да? Угу. Это даже не золото, как нам говорили, этот, латунь, да? Угу. Цвет такой был интересный, когда за зеркала нам говорили. В общем, вот такая посуда, вот видите, вот она, на перелив у нее какой прекрасный. Обязательно напишите, как она вам понравилась или нет, прям в комментариях пишите. Вот прям. Просто Наталья хочет купить на сколько, 12 персон, да? Нет, на 24 хочу. На 24. Ну, в общем, если вы еще к нам приедете, то надо будет где-то так. Ну, в общем, оптом надо будет брать, вы понимаете. 1030. Зря мы это сказали. Не, я шучу. Я, конечно, жду. Не в том, что я шучу, чтобы вы не приезжали. Не, вообще, я промолчу, это сейчас меня не пойму. Нет, мы гостеприимные люди, я не за это говорю. В общем, вы все меня поняли. И вот такая тарелка, но это точно не индивидуальная, да, я не знаю, что здесь подавать. Да, я, можно я... шашлык, грибы, шашлык, допустим. Шашлык, грибы, суши. Красиво. Ну, суши да? Можно, ням. И с нее аккуратно брать. Она ровная, да? Угу. Видишь, вот ровненько взял, нормально. Или прям взял так в тарелку себе, жжик. Там на сайте есть вот такая, есть вот немного поменьше. Да, поменьше. Вот сейчас мы вот это уберем, наше золото. Вот такая маленькая, смотрите. Ну, тоже очень красиво, мне кажется, вообще прям не выделяется.
И вот такие, это ложки? Да, ложки для соусов. Ну, в таком золотом цвете, вот, они вам, по-моему, прикольно выглядят, классно. Тоже напишите. Ребят, смотрите, красота, бамбук, все обработано, все четко, посмотрите. Это, во-первых, натурально, это, во-первых, смотрится, оно вообще просто здорово. Для подачи, вот, запросто. Там есть еще другие, и круглые, и квадратные. В общем, заходите на сайт, смотрите. Ребят, там очень большой выбор, не только посуды. На самом деле, сам магазин не только имеет посуду, он очень громадный. Там много что есть, много косметики, есть также и одежда, помню, да? Нет? Маленькие всякие, там женские. В общем, товары для дома, какие-то бытовые товары, мелкие там, канцелярские товары, много-много прочего другого. Ребят, заходите, смотрите, у них бывает часто, частенько скидки проходят. Есть доставочка по всей России. И последний лот, посмотрите. Это доска для похудения. Ну, есть же такая, скажи. Я шучу, шучу. Это тоже для подачи, а в основном, наверное, для торта, да? Ну, можно для... торт, но я вообще буду в другом месте использовать. Я потом покажу, для чего. Ребят, клевая бамбук, чистейший бамбук. Смотрите, а? Красота, красота. Я давно такую искала. Вообще, смотрите, как я вас гипнотизирую. Единственное, можно было бы купить, наверное, побольше. Да, диаметр. Я не очень посмотрела, вот. А так она, конечно, удобна. И в холодильнике, допустим, что-то хранить, и в полочках. Ну, в общем, да я по потом... Мне так нормально, по-моему. Если торт здесь сделать 4-ярусный. Не, ну если для... Но торт это где-то диаметр 24, скорее всего. Здесь не написано. Да. Скорее всего, диаметр 24-22, вот так. Вот, друзья, ну вы сами все видели, сами напишите, как вам такая посуда. Или бы вы видеть ее у себя на столе, вот, по нам, так нам, ну, все понравилось. Особенно бамбук в сочетании с белым цветом и прожилками золота. Это вообще, прям, по-моему, просто бомба. Ну, а это был магазин Белори. Ссылочка на магазин будет, как всегда, внизу в описании под видео. Ребята, переходите, смотрите. Возможно, вы что-то приобретете себе по душе. Либо сделайте подарок родному и близкому человеку. Потому что, на самом деле, посуда вообще прям четкая. И именно для вас у меня есть маленький сюрприз. Именно для своих подписчиков. Я вам дарю купон на скидку 20% на весь товар в этом магазине. Ребята, так что дарю лично от меня от души. Вот. Ну, а мы продолжаем. Ура! Все, здорово, классно. Все получилось. Вот так вот закрепил. Профиль, труба 4х4. В двух местах усилена. И еще вот он в третьем месте. И тремя хомутами. Железными я. И резинка у них есть. Они хорошо обжимают. И в общем стоит. Осталось установить под вентиляцию. Под вентиляцию, но это уже попозже, потому что уже реально похолодало конкретно. И нужно запускать котел. Вот, поэтому вот так. Хотя я уже его запустил. Погнали. Ничего, только запустили мы буквально, потому что систему я запустил. Запустил я один насос. Всего один насос. Вот, потому что в паре со вторым как бы шумновато и... Но его некуда второй, потому что он работает с радиаторами батареи, я уже говорил. Вот. Поэтому пока на одном работает, на минимальных. И в общем монтировал, когда запускал, единственное вот в этом месте капало. Уже сухо. Пакля, видимо, разбухла. А так все идеально, все хорошо, нигде течь, ничего. О, уже тепло пошло, тепло на контура наши родные пошло. Сейчас на максимальное все открыл, еще не балансировал, ничего, еще даже не знаю, как все будет работать, как отрепетировать. Дымоход я замонтировал, вот так все получилось, все хорошо, все красиво. Вот, правда здесь бардак сейчас такой. Вот эти места, у меня есть там алюминиевая такая как бы фольга, она типа скотчет. Вот эти места все еще я заделаю, будет классно, здорово, вот, поэтому... Все получилось, все хорошо, я очень доволен. Я пока не доволен, потому что я еще не знаю, как это все будет работать. Но когда уже в доме будет тепло, здорово, сейчас начнутся полы греться, но это еще долго. Потому что этот объем прогреть, прогнать, я не знаю, часа 3-4, наверное, надо. Может, а то и больше, я не знаю. Ну, первые уже начнут маленькие контура греться, потому что, ребята, очень холодно. Во-первых, смотрите, холодно. Мы не можем открыть окна, проветрить. У нас начинается
повышенная влажность, да, потому что нету проветривания, да, должностным образом, да, потому что все двери плотно, окна все закрыто, а когда тепло, когда что-то, ты можешь свободно проветрить, и это хорошо и здорово, да, нету сырости, нету, значит, потом начинаются запахи какие-то определенные, да, угу. Вот. Сейчас, ребят, давайте не буду ничего рассказывать по системе, потому что кто-то просил как-то что-то. Давайте она отработает, потому что мне еще, вот я же говорю сейчас, вентиляцию делать. Потому что я же говорю, надо было запускать. Если честно, я даже не знал, что сегодня буду делать, потому что эти два дня не было света. Они тянули линию. Я же вчера ночью электропроводку делал, я вам не показывал. Нет, вы ее, конечно, уже увидели. Вот. Но я вам ее не показал. Тут еще провода, вообще хаос полный. Вот, в общем, вот мой щиточек. Вот так он выглядит. Выглядит. Я не знаю, как у других он выглядит. Все развел, все автоматики, все, земля есть, все у меня есть, ноль есть, фаза есть, все прекрасно, все хорошо. Вот так у меня все комплектовано. Единственное, у меня один косяк. Ну, без этого не бывает, как бы. Это хорошо, я проверил и вовремя, да, вчера начал считать, проверять, все, и мне не хватило одного выхода на розетке, на ванну, в общем, я забыл вывести провод, нет, там все прокинуто, розетки, все, сразу в предкоробке, я забыл сюда подвести, поэтому, я не знаю, либо отсюда я уже трогать не буду, вот, с ванны проштраблю, и вот здесь выйду аккуратненько, да, отсюда выйду, и провод сюда, шип уйдет. Ну, чтобы опять не штробить, уже зашпаклевано красиво. А там просто сейчас заштукатурен. Ну, бывает, ничего в этом страшного нету, как бы, не сделал, сейчас сделаю, как бы, делов-то, да? Это хорошо, когда сразу замечаешь и все делаешь. Вот. Поэтому ночью здесь я ковырялся. По щиту я не знаю, что вам сказать, что вы хотели бы услышать. По-моему, все стандартно. Сейчас чуток расскажу по распределительным коробкам. Уже был такой вопрос и давно, сейчас, секунду. Одна милая женщина очень сильно, как бы сказать, не хвалила, а ругала своих рабочих за то, что они засунули распредкоробки под потолки, да? И так получилось, что людям нужно было оттуда вывести кабель, да, еще куда-то пустить. Угу. И невозможно было сделать, потому что надежные потолки. Вот, и опять поступил такой вопрос. Да, интересный вопрос. Сейчас я хочу на него ответить, да. В общем, делаю я как? Во-первых, говорят, а вдруг что случится в твоей распредкоробке? Ну, я вам так скажу, там ничего не случится. Ничего там не случится. Я сделал максимально, я разгрузил дом, нагрузка у меня максимально разгружена, то есть у меня нет нигде какой-то сильной нагрузки, где бы можно было произойти какие-то проблемы, да, какие-то проблемы, тем более в распредкоробке, да. Кабель у меня весь стандартный, густовский, на розетке 3 на 2,5, соответственно, на свет 3 на 1,5. Но опять же, все зависит, я не знаю, как сейчас ГОСТ считается. Кабеля разные, смотрите, по толщину сечения, потому что бывает два одинаковых кабеля, но у них толщина сечения в 2 раза может отличаться. Это вообще просто колоссально. Поэтому за что я говорю? Я максимально везде вывел розетки, максимально все распределил, и мне эти распредкоробки вообще не нужны. Я их сделал и забыл. Все. Ниоткуда мне больше не нужно брать и вести, как бы, провод. Да. Все. У нас все есть. Все стандартно. Все, кабеля есть. Единственное, что, ну, автоматом, если что-то вдруг случится, но все равно с ними ничего не случится. Я еще раз объясню. Нагрузка максимально распределена. Сами говорят, где распредкоробки, я знаю. Обычно стандартно я делаю как? Над каждой розеткой или над каждым выключателем у меня стоит своя распредкоробка, параллельно, вот видите, напротив. Вот. Я никому не советую, чтобы вы тоже прятали их под потолок, просто я делаю так для себя. Я сделал и забыл, все, мне туда лазить не нужно, ничего там не случится. А вдруг, не будет никакого вдруг и ничего, еще раз говорю. Но опять же, вы сейчас будете опять навязывать свое мнение, что нет, у тебя опять что-то случится. И 5-10, это лично сугубо мое мнение. Все. Я развел, все сделал без какого-то, знаете, фанатизма. Единственное, да, советовали поставить сюда бесперебойник, то бишь фильтровать скачки напряжения, да. Но я вам так скажу, что обычный стандартный дешевый смысла нету ставить, от него толку никакого нету. А хороший, на, наверное, где-то будет 1030 стоить, а то и больше, да. Поэтому, ну, я подумаю еще об этом. Вот. Место есть, куда его поставить. Щит, видите, у меня еще вот
дополнительно есть с рядом с автоматами. Поэтому я подумаю, вот, по проводке, ну, в принципе, практически я все развел. Это уже тоже хорошо, большой плюс. Между прочим, много очень хороших дел сделали. Мы раскидали этот щит, тот маленький щит я тоже раскидал, где котел. И, кстати, от него уже я розетки пустил на насос, циркуляция они уже циркулируют. Mm-hmm. Вот. Сделал я заземление, это очень важно. И, конечно, самая главная новость, это мы запустили отопление. Это вообще вау, супер круто. Ребят, все по отоплению, все потом. Как что работает, в следующем видео. Да, как запускал, что где стравливал. Все объясню там, потому что уже, если честно, у меня время поджимает. Yeah. Да, мне нужно бежать и обрабатывать ролик, я не знаю, время просто вот. Я, если честно, вот, вообще потерялся во времени. Сегодня, друзья, было классно и здорово, я так считаю. Я сделал очень много классных вещей, и мне все понравилось. Не знаю, как понравилось вам или нет. Напишите ваш комментарий, мне будет очень приятно услышать его. Вот. Вас вкратце поблагодарить за ваш прекрасный отзыв о кухне наших родителей. Вот вам все понравилось, все зашло, вы прям сказали, все здорово, супер, спасибо громадное. Вот ждем вашу кухню, да, надеюсь, и наша кухня вам понравится. Поэтому, друзья, мы будем закругляться, потому что, если честно, ну, уже все, уже дела, и мне нужно сейчас за отоплением смотреть, наблюдать, контролировать все это дело, это нельзя просто так оставлять, да. Продолжать делать дымоход, еще успеть вам видос обработать, я уже говорил, да. Вот. Поэтому все, что вам было интересно в этом ролике, возможно, по заземлению, по электрике, по дымоходу, где я крепил, варил там и прочее, там все эти дела, ребят, давайте, пишите свои комментарии, мы их разберем в следующем видео, потому что сейчас реально, ну, просто вообще времени нету на все это отвечать. Спасибо вам громадное, ребята, за просмотры. Ну, я вам напоследок, конечно, от всей души тоже пожелаю всего самого хорошего, счастья, любви, здоровья, тепла. Сегодня к нам, надеюсь, придет тепло, и мы будем спать вообще прям как ангелочки, потому что температура в доме уже градусник опустился ниже 20 градусов, а это очень прохладно. У нас маленькие детки, и мы за это переживаем, поэтому сегодня, надеюсь, я буду вообще спать не на кровати, а на полу, потому что он теплый. Я вам тоже, ребята, желаю, вот честно, у меня сейчас такая эйфория начнется, когда пойдет в доме тепло. Вот, эту эйфорию я вам передам в следующем ролике. Надеюсь, в этом ролике я тоже как-то, знаете, что-то хорошее передал. Вы тоже замотивировались на хорошие дела и пойдете что-нибудь сделаете классное, да, и от всей души. Вот, поэтому все, мои дорогие, надолго, как всегда, не прощаюсь. Скоро мы с вами обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока. Я погнал.